Всем огромный привет! Сегодня готовлю нежное и сочное мясо с подливкой, которое подходит для любого гарнира, а я люблю еще макать в него хлебушек. Готовится просто и не требует много времени. Рецепт достался мне от мамы, а маме от бабушки, которая работала в общепите еще в Советском Союзе. Мясо, мякоть 700 грамм, разрежем кубиками, как на гуляш. Мясо на ваше усмотрение, подойдет любое. Большую луковицу разрежем кубиками. На сковороду наливаем растительное масло 2-3 столовые ложки. Кладем мясо и обжариваем на большом огне до испарения жидкости. Как только мясо начнет румяниться, снимаем с огня. Мясо кладем в кастрюлю. Лучше брать кастрюлю толстостенную. На этой же сковороде обжарим лук до легкой золотистости. Как лук только начнет румяниться, добавляем сахар, примерно 1/3 чайной ложки. Подержим немного огня, перемешаем, снимаем с огня и добавляем к мясу. Заливаем лук с мясом водой. Я наливаю воды в зависимости от мяса. Сегодня у меня мясо 700 грамм, поэтому и воды наливаю 700 миллилитров. Как закипит, убавляем огонь, закрываем крышкой и оставляем вариться на небольшом огне 40 минут. Если мясо говядины, тушим немного дольше, минут 50-60. Прошло 40 минут, отливаем немного бульона, примерно 3 половника. На сковороду кладем масло сливочное 30 грамм и 1 столовую ложку растительного масла. Добавляем 1,5 столовые ложки муки, постоянно помешиваем, жарим муку. Мука не должна подгореть, иначе подлива будет горчить. Как только масса слегка потемнеет, заливаем бульоном. Перемешиваем до однородности. Вливаем к мясу и перемешиваем. Теперь добавляем соль 1 чайную ложку, черный перец по вкусу, лавровый лист, перец горошком, 1 столовую ложку томатной пасты. Перемешиваем. Закрываем крышкой и оставляем еще на 20 минут томиться на небольшом огне. Иногда перемешиваем, чтобы не подгорело. Пробуем на соль, если нужно, добавляем. Подлива готова. Подаем ее с любым гарниром. У меня сегодня вермишель. Мясо получается очень мягкое, а подлива очень вкусная. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!